21. Кей совершеннолетняя. Ты счастлива, дорогая? Очень. Ужасная война кончилась. Люди наконец образумились. Мамочка, поздравляю. Мама? Кей, поздравляю. Поздравляю. Поздравляю тебя. Поздравляю. Чудесный день. Мы всегда будем счастливы. Самое смешное. Кей должна выбирать первой. Кей обожает шарады.
Мама ничего не возьмет. Она опять будет изображать испанку или что-нибудь экстравагантное, правда? Правда. Наш сосед. Он не так говорит, Хэзл. Он говорит, я ненавижу премьер-министра. Да-да, эта персона никуда не годится. Это наш сосед. Мне надо стать актрисой. Возьми. Тебе нельзя изображать какого-то дурацкого мужчину. Ты такая красивая. Я буду играть нашего соседа вместо генерала. Хватит нам генерала. Хватит. Мама велела, чтобы тут не было такого. Приигревшая раз должно быть такое. Подождите, мама начнет преображаться. Это папина? Он носил ее тем летом. Ее надо повесить на место. Мама... Маме все равно теперь. А мне не все равно. Я не хочу, чтобы кто-то валял дурака в папиной куртке, которую он носил как раз перед... Это страшно утонуть. Я не слушаю. Ты забыла, как ты донимала всех этим вопросом, пока мама не рассердилась? Хочется повеселиться. Почему ты это? Не знаю. У тебя не бывает такое, когда вокруг весело, вдруг подумаешь о чем-нибудь ужасном, как папа утонул. Я не слушаю. Мама должна была отдать эти вещи. Кому они нужны? Ты не можешь себе представить, сколько еще людей живут в нищете. Тебе это просто не приходит в голову, правда? Не строй из себя учительницу, Мейдж. А что Джеральд Торнтон пришел? Он действительно пришел. Я действительно поняла это по твоим глазам, Мейдж. А Джеральд Торнтон притащил своего знакомого, который сгорает от желания познакомиться с семейством Комбей. Пусть совсем сгорит. Симпатичный? А, забавный. Его зовут Эрнест Биверс. Забавный, чудесный для шарат. Он лишен чувства юмора. Он очень робкий и очень боится миссис Комбей. Если у него есть жена, мне ее жаль. У него ее нет. Пора начинать. Кей. Знаю. Кей, пожалуйста, вставь нашего соседа, который ненавидит премьер-министра, вместо генерала. Хорошо. Он будет новобранцем. Какую шараду мы будем разыгрывать, Кей? Я забыла слова. Ой, и я тоже. Девочки, мы столько бились над этим. Мы не бились, только ты и Кей. Вы воображаете себя будущими писательницами и актрисами. Эти слова! Кот в сапогах! Три живых картинки! Тупицы. Первая сцена, кот. Что мы будем делать? Старуха разыскивает кота. Я старуха. Хэзл и мама дочери. Я буду дочерью-испанкой. Кошмар. Но у моей старухи не было дочери испанки. Для тебя пару пустяков все переделать. Ты у меня умница, дорогая. Робин так любит вечеринки, весь в меня. Ваш отец в самый разгар веселья вдруг спрашивал, долго пробудут гости? Я никогда не могла его понять. Я могу. Не то, что мне вдруг становятся неприятными люди. Наверное, тоже чувствовал и папа. Иногда начинает казаться, что... Что все не настоящее, понимаешь, мама? Нет, не понимаю, дорогая. Ваш отец иногда был очень мрачным, у тебя это, наверное, наследственное от него. Ты думаешь, он каким-то образом знал? Что знал? Взгляни на Хэзл. Разве она не очаровательная? Что знал? Алан говорил, что многие из тех, кто погибли на фронте, знали, что их убьют. Словно мы можем заглянуть в будущее.
попробуй вставить что-нибудь в этом плане в свою книгу, дорогая. О, Боже! Куда запропастилась моя бедная кошечка? О! Ненавижу твою облезлую кошку, мама! О! О! Сестренка! Разве ты не знаешь, что это не кошка, а кот? Кот! Знать ничего не знаю! Наши вечера, встречи до утра и рассветы. Ты забыл, как всю ночь подряд весело стучат кастанеты. Не хочу вновь тебя терять, снова повторять, где ты, и назло тебя. Мам, не остановишь. Мама разошлась, теперь все станет испанским. По-моему, они ничего не поймут из нашей шарады. Ты знать, испанку нельзя забывать. Не жди, чтоб вступила я первый шаг, если ты забыл все свои слова и обеты. И пусть не смолкая в твоих ушах, яростно стучат, бешено стучат кастаньеты. Ты забыл, как не зная сна, смотрит здесь луна с небосклона. Ты забыл, и на этот раз, чем была для нас Барселона. На меня, ты глядел тепло, ты глядел светло и влюбленно. Это знает все, это помнит все, в пальмовой листве, в летней синеве Барселона. Зачем же забыл тот город, где счастлив ты был? Когда у причала шумит волна, и совсем одни светятся огни полусонно. О многом напомнит тебе она, в пальмовой листве, в летней синеве Барселона. Сегодня в газете крупным шрифтом: мы все должны выполнить свои обязанности. Глупо и несправедливо. Война кончилась. Мы имеем право немножко отдохнуть. Не мыть полы в госпитале, не стоять в очередях. Кому должны? Какие обязанности? Восстанавливать разрушенное войной. Сказано в газете и тоже крупно. Твоя обязанность, Хэзл, выйти замуж за молодого. Ой, славного человека. И для тебя это не составит особого труда. Я буду нести твою фату. Это мой единственный шанс. Кэй не выйдет замуж, потому что ее сочинительство – это главное. А Мейдж выйдет за какого-нибудь социалиста, который запретит ей венчаться в церкви. Не уверена. Я наблюдала за Мейдж в последнее время. Да-да, а я наблюдал за премьер-министром. Да-да, миссис Конвей, это персона никуда не годится. Вторая сцена В. Теперь ты мать, Мэдж. Угу. Джон, ты дочь. Угу. А я? Сын. А Робин скоро вернется? Он офицер, да? А вы, Алан, не были офицером, нет? Одна нашивка. Сплошное ничтожество. У Алана нет ни капли честолюбия, да, малыш? Есть. Немного. Ты начала писать новый роман, Кей? А что ты сделала со старым? Сожгла. Почему? Он отвратителен. Это просто трата времени. Люди тратят время впустую. Это, пожалуй, будет потруднее. Эй, сынок! Мамаша! Давай! Я вина выпью. Опоздаешь на войну! Ну, давай. Ну ты раздява! Я всегда, всегда на войну. На войну! Чего добивается рабочий? Национализации. Если промышленность имеет такое важное значение, она не должна быть в руках частных владельцев. Справедливо? Мы уже нагляделись, на что способно правительство. Вы совершенно правы, Джеральд. Это было не социалистическое правительство,
А нам нужна разумность, энтузиазм и честность. Я мобилизован на роль генерала. Вы можете просто пиджак вывернуть наизнанку. Не думаю, что это будет эффектно. Вот, Карл и Аллан новобранцы. Только двое? Я пришлю кого-нибудь. Скоро гости уйдут, и мы в своем кругу уютно проведем вечер. Хэзл, смотри. Что? Это тот самый тип, который всегда пялит на меня глаза. Похоже, речь идет о моем приятеле Биверсе. Стоит мне выйти из дома, он тут как тут, уставится на меня. Теперь вы притащили его сюда. Ваша матушка дала на это согласие. И, Хэзл, не стоит на него сразу обрушиваться. Биверс. Он влюблен в тебя. Миссис Конвей велела, чтобы я пришел сюда. Вы будете новобранцем. Я не очень-то горазд на такие штуки. Сойдет. Ведите себя только поглупей. Мистер Эрнест Биверс. Случайный пришелец в наш процветающий город. Это Конвей. Все. За исключением мисс Джон Хелфорд. Кей Конвей. Литературный гений этого семейства. Мэйдж. Педагогическое образование. Попытается обратить вас в социалистическую веру. Это пожилая особа, самая юная из Конвей. Кэрол. Hello. Аллен. А это Хэзл. Когда в городе стоял полк, командир умолял ее не выходить из дома во время маневров. Перестаньте поясничать, Джеральд. Здрасте. Здрасте. Попробуем одеться позабавнее. А что насчет вашего переезда, Хэзл? Твоя мама сказала... Сказала, но не сдвинется с места. Ей предлагали большие деньги за дом. Через десяток лет она не получит и половины, бьюсь об заклад. Мама обожает свой дом. Извините, если я что, не впопад. Никогда мы не переедем в Лондон. Джеральд, мистер... Биверс. Биверс, вы проводите смотр. Усы. Ну, в общем, постарайтесь как-нибудь вставить в сапоги. У него такая физиономия. Пошла бы за такого. Меня визит этого, как его, Биверса, бесит. 3000 чертей и ребра в глотку всем, что это... Черт побери, что это у вас? Что это у вас? Черт! Что это у вас? Что? На сапогах, черт побери! Похоже, тише едешь, дальше будешь. Нет, мне все как у масленицы кажется. Мяу! Кот в сапогах! Вы обе говорите и думаете только о тряпках и о замужестве. Извините, писательница. Космический сад. Марион вышла в ночь. Замолчи. Луна не светила, но небо было... Я же разорвала все, так? Так, цыпленочек. А потом плакала. Я сейчас пишу настоящую вещь. Это будет роман о девушке, которая томится в городишке. Вроде нашего Ньюлингхэма. Об этом нельзя написать. Предприниматели должны сами выкарабкиваться из тупика. Война кончилась. Чем больше будут вмешиваться, тем хуже.
Хуже для предпринимателей? Для всех. Сомневаюсь. Коррупция, спекуляция процветают. Мистер Биверс, играть в незнакомом доме, в шарады, в первый раз? Вы молодчина. Это благородно с вашей стороны, мисс Кэрол. Вывод. Мы можем позволить себе выпить, мы это заслужили. Будут танцы. Биверс, вы танцуете? Некогда. Мне было этим заниматься. Мы обязательно потанцуем, Джеральд. Приземлился вовремя! Берегите! Ты все такой же важный, старый сыч! Кэрол, старушенцы! Ты уже учитель слышишь, Мэйдж? Давно. Сколько у тебя кавалеров, Хэзл? Никого, о ком стоило бы говорить. Она привыкла побеждать полковников. Война кончилась, ей приходится менять тактику. Это не из зависти, Хэзл. Чудесно, Робин. Как твоя писанина, Кей? Пытаюсь продолжать. Мы еще покажем, на что способны Конвей. Девочки, детская нелавка. Старьевщика. Пойдем, Робин. Мы все вместе навсегда. Как это мило. Я чувствовала, Робин, что ты едешь. Ты ничего не сообщила мне, озорник. Выкрутился буквально в последнюю минуту, мама. Ты не понимаешь, что такое очутиться дома. Понимаю, глупенький. Мне нужно переодеться, мама. Действительно, несколько хороших костюмов. Жаль, что ты не будешь носить форму. Она тебе так идет, бедный Алан. Мундир на нем висел мешком. Я слышал, он получил какое-то место в магистрате. Ему вроде по душе. Подыщем что-нибудь получше со временем. Помогите девочкам, милая. Здравствуй, Джон. Робин, здравствуй. Джон, звезд с неба не хватает. Ее не волнуют мировые проблемы. Она стала очень миловидна, правда? Вполне. У меня, мама, уйма планов по линии автомото. Сейчас люди словно бешеные расхватывают машины. Кроме того, в наследстве отца есть моя доля. Как девочки? Замечательно. О, Хэзл, ты посмотрел на молодых людей. Кей, что-то получится из ее писаний. Девочка очень старается. Мэйдж пытается получить место в гимназии. Мне, мама, надо взять курс на Лондон. В Ньюлингхеме не развернешься.
Ради бога, не уезжай снова. Не оставляй нас. Я потеряла вашего отца. Счастье для меня так непривычно. Вдохновение, да, нахлынуло. Расскажешь потом. Если ты не будешь спать, ни за что. Жизнь замечательная. И жизнь, и ты. Ты здесь, Кей? Ален. Я рад. Мама говорит, ты не останешься ночевать? Мне нужно в Лондон. Дела? Строчить статью о модной кинозвездочке. Они выглядят очень мило. Правда, как-то почти все на одно лицо. Как и мои бойкие интервью с ними тоже. Пишешь новый роман? Нет, не пишу, мой дорогой. Когда я получил твое последнее письмо, мне показалось, что ты была несчастлива. Потому я писала тебе. А тебе это не очень льстит. Я готов это считать даже комплиментом. Ах, Алан, какой у тебя вид. Это кофта, эти брюки. Я берегу костюм, а в этом хожу только дома. Я жалею, напрасно не надел его сегодня. Кей, скажи, почему же ты была несчастлива? Он был женат. Дети. Банальная канитель. Все время подходившее к концу, тогда действительно закончилось.
Ты знаешь, сколько мне лет? А мне? Джоан, я пришла. Я жена Робина, а наши дети. Бабушка Конвей не рассердится. Надеюсь, ты не называешь так маму. Ты привыкла. Дети ее так. Они всегда так радуются подаркам, которые им присылаешь, Кей. Алан тоже очень добр к ним. Ну, что? Конечно, ты не можешь заменить им отца. Мы считаем, что ты сегодня должна быть здесь. Ну, разумеется. Мы подолгу не видим Робина. Окей. Как смешно. Окей. Джо такая дурочка. Робин так обращается с ней, а она могла быть другой. Тебе когда-то нравилась она? Я был влюблен в нее, Кей. Влюбился в первый и в последний раз. Ты с каждым разом все больше и больше расцветаешь. Нравится? Очень. Хэзл. Я читаю все твои статьи об артистках, Кей. Счастливая. Встречаешься с такими людьми. Живешь в Лондоне. Я ненавижу Ньюлингхэм. Он становится все хуже и хуже, правда, Алан? Может быть, мы сами становимся все хуже и хуже. Его считают чудаком. Ты в самом деле чудак, Алан? Я думаю, счастлив ли ты или... Я часто думаю о людях, Кей. Ты у нас умная писательница, ты знаешь о них все, а я ничего. А что, артистки действительно рассказывают тебе все это? Кое-что говорят, остальное я придумываю. Мэйдж. Джеральд здесь? Нет. Это возмутительно. Это черт знает что. Это просто невозможно. Мать считает, что время ее нотариуса дороже, чем время старшей преподавательницы гимназии. Я мчусь за 3-9 земель, бросаю работу. Я подала заявление на должность начальницы гимназии. Мэйдж, ты не на митинге. Это твой добрый и милый брат Алан. Я твоя милая сестра Кей. И мы знаем о тебе все. Ничего. Моя жизнь, называй ее митингом, если это тебя забавляет, это я, настоящая. А то, что помнишь ты, Алан и мать, она не забыла ни одного нашего детского пустяка. Не так ли, Алан? Не имеет никакого значения. Мне было бы грустно так думать, Мэйдж. Это неправда. Неправда, Мэйдж. Пишешь новую книгу, Кей? Ты строишь что-нибудь новое в нашей старой Англии, Мэйдж? Я вдалбливаю в головы гимназисток хоть каплю разумного понимания истории. Эта работа, ее можно не стыдиться. Почему же ты стыдишься? Мама. Ну что, Хэзл, Эрнест будет? Надеюсь. Ты стал неузнаваемый со своим этим. Был бы он моим мужем. Он не твой муж, и ты его не знаешь. Все равно без Джеральда мы не сможем начать. Ой, Кей, что это за мужчина, с которым видели тебя соседи в Лондоне в ресторане? Твой старый друг? Да. Мне было бы очень жаль, если бы ты... Очень жаль. Когда мне соседи сказали, я так надеялась. Ты, мама, забыла, сколько мне лет. А бабушка все помнит. Не надо называть меня этим дурацким именем. Алан Вина. Простите, я забыла. Пора бы мужчинам появиться. Противно смотреть на женщин, которые сидят без мужчин. У них такой дурацкий вид. Алан, извини, я забыла про тебя. Вернее, забыла, что ты не женщина. Придется отрастить бороду и рычать. Я на днях повела детей в зоопарк. Помолчи, пожалуйста. Да.
Мне очень приятно, это мне подарил отец, я дарю тебе, и мы все желаем тебе сегодня счастья. День рождения Кей. Рюмку портвейна. Извините. Привет! Оп. Мама. Робин, как это мило. Останешься ночевать? Если только Алан даст мне свою лучшую пижаму. Все слетелись. Я счастлив, что вы навестили нас в нашем захолустье. Я сегодня уезжаю в Лондон. Да, я бы и сам попытал счастье в столице еще разочек. Как отпрыски, Джон? Дети здоровы, Робин. Мама, портвейн? Портвейн согревает как комплимент. Комплименты теперь вышли из моды. Не услышишь, разве что от какого-нибудь старикашки. Мамочка. Сегодня наш сосед, который ненавидит премьер-министра, битый час рассыпался передо мной в любезностях, принимая меня совершенно за другую. Небось, ты рассказываешь детям небылицы про то, какое чудовище у них отец? Робин. Нам придется выслушать опять заигранную пластинку. Ничего тебе не придется. Достопочтенный Мэйдж. Я уже видела эти встречи. Робин полупьяный, Джон в слезах. Они обсуждали проблемы своей личной жизни. С Робином дело плохо, Мэйдж. Выпейте, Хэзл, Кей. А где Мэйдж? Опять торчит перед зеркалом? Она столько употребляла косметики. Ни один мужчина не взглянул на нашу Мэйдж дважды. Робин. Алан? Раз мы все вместе, давайте уж проведем вечер с пользой. Разумеется. Это они. Наконец-то. О, какие гости. Эрнест? Я рада. Джеральд. Усядемся все с официальными физиономиями или поговорим как прежде, по-семейному? Как для тебя лучше, мама? Как приятно видеть вас, детки, опять в нашем доме. Прошу, Джеральд. Благодарю. И Мэйдж. Я не ребенок, и это не мой дом. Ты была ребенком, но очень неспокойным. И, пожалуйста, не говори со мной в таком тоне. Мама, прошу тебя, у нас нелегкий разговор. А маме приятно, Хэзл, когда другим неприятно. Джеральд, выпьете прежде чем... Нет, благодарю вас. Я счастлива, что вы все же выбрали для нас это время, Эрнест. С вашей помощью мы поговорим по-деловому. Да. Но это не означает, что вы должны хамить. Мэйдж. Итак, Джеральд. Сообщение. Финансовое положение семьи Конвей. Джеральд, казенный тон. В данном случае я... Вы друг семьи, а потом уже мой поверенный. Вы такой недоступный законник, Джеральд. Будто выступаете в наших детских шарадах. Поиграем сегодня. Вы не предлагаете превратить дело в шараду, Хэзл? Надеюсь. Жаль, что это не шарада. Все-таки, может быть, шарада. Только, Джеральд, не забивайте нам голову цифрами. На них взглянет тот, кто захочет. Может быть, вы, Эрнест? Не исключено. Мне всегда казалось, мать хорошо обеспеченной. Ваш отец позаботился об этом. Продолжайте, Джеральд. Наследство покойного мистера Конвея состояло. Первое – банковский счет. Второе – акции. Третье – недвижимость, дом. Основной капитал, вклад в банк, иссяк. Очевидно, мать была слишком расточительна. Надо было вырастить вас шестерых. Деньги были истрачены позже. И я знаю, на кого. Не забывай, Мэйдж, это были деньги матери. Это мои деньги. Наши. Алан.
Ты жил здесь все время с матерью. Почему ты молчал? Я? Меня это не интересовало, Мэйдж. У Робина жена, дети. Я помогала Робину. Я его мать. Я бы и тебе помогала. Что ты наделала, Мэйдж? Да, но когда у меня была возможность приобрести школу, ты... Тебе хорошо было на старом месте, нечего было покупать какую-то школу. Долго это будет продолжаться? У меня дела. Извините, Эрнест. Неправда, что главные деньги. Люди добры. Я недавно возвращалась через кладбище домой. Не была там целую вечность. Набрела на могилу Кэрол. Она так ухожена, вся в цветах. Это ты. Я уже забыла, Кэрол. Я тоже почти. Я не забыла. Нашим детям сейчас столько же, сколько было Кэрол. Моя крошка, посеревшее лицо. Мама, у меня страшная боль. Операция. Поздно. Мы это знаем. Мы помним. Я вам скажу, чего вы не помните и не знали никогда. Эта девочка стоила всех вас вместе взятых. Эрнест. И тебя я ко всем туда же. Я люблю тебя. Я тебя хотел и получил то, что хотел. Но маленькая Кэрол... Баста долой. Слишком хороша, чтобы жить. Продолжайте, Джеральд. Практически остаются только акции и дом. Человек дело, но справедливее решить все по-семейному, по-дружески. Так будет лучше. Я тоже так думаю. По справедливости сумма, вырученная за акции дом, вместе взятая, не обеспечит стабильного финансового положения семьи Конвей. Необходимо еще раз добыть денег. Нужна солидная сумма, чтобы вложить ее в солидное дело. Лучший выход. Я поселюсь в уютной маленькой квартирке. Чудесно. Для начала необходимо добыть денег. Курс акций снижается. Это общий спад экономики. Доходы не покрывают расходов. Вывод. Продать акции. Сохранить дом. Либо не теряя акции, конъюнктура может оживиться. Продать дом. Матери и Алану вдвоем. Мама, тебе нет смысла оставаться в этом доме. Мать сама должна решать. Мэйдж права, дорогой мой. Мы могли бы ограничиться скромным жильем. Я продам дом, получить деньги достаточные, чтобы... Ничего похожего. Мне предлагают за него. Надо брать. Сколько вы полагаете, Эрнест? Сколько дадут? Маме предлагали за дом много тысяч после войны. Сейчас не после войны, сейчас перед войной. Не исключено. Мы могли бы в складчину помочь маме.
Отец завещал состояние всей семье. Мать пустила его по ветру. Нам предлагают заботиться о ней. Ну, если денег нет, то их нет. Ваши дела идут хорошо, Эрнест. В этом нет сомнения. Кажется, это было вчера. Вы появились в нашем доме робкой. Никому неизвестный молодой человек. Это было давно. Когда я удостоился чести попасть в дом знаменитого семейства Конвей. Я был тогда робкой, никому неизвестный молодой человек. И прибыли в наш Ньюлингхэм с парой пенсов в кармане? Это действительно было так. А теперь я могу свернуть вам тысячи. Я не жмот, спросите жену. Но вы не получите ни пени. Вы мне всегда были несимпатичны, противный Биверс. С каким удовольствием я бы вышвырнул вас из нашего дома. Сделайте это, я подам на вас суд. С удовольствием. Ни пени, заработанного мной. Идем. Хэзл, не уходи. Я... Тебе нечего бояться, Хэзл. Я боюсь. Ерунда. Что он может сделать? Не то. Я... Я... В нем есть что-то... такое... Идем. Нет. Эрнест Биверс, я была дурой. Муж на порог бы вас не пустил. Вы каким-то образом заставили Хэзл. Она считала самой достойной невестой Ньюлингхэма. Мама, не выйти надо. За вас замуж. Подавайте на меня в суд. Вы натворили немало глупостей, миссис Конвей. Это глупейший из всех. Ну, кажется, я действительно сделала глупость. Расплачиваться будет Хэзл. Пусть она только даст мне знать. Что ты можешь? Он может. Испортит ей всю жизнь. Хэзл сама во всем виновата. Я бы... Ты никогда не была замужем. После того, на что я здесь нагляделась, я счастлива. Чем меньше ты будешь говорить, тем лучше. Здесь ни школа, ни школьница, ни твои дурацкие учительницы. Ты понятия не имеешь, что такое женщина. Ты несчастна. Была, есть и будешь. Робин, налей мне портвейн, ты выпьешь. Ну, мне дольше оставаться. Но мы ведь еще ничего не решили. У кого-нибудь есть лишние тысячи? Ну, ведь вы, дорогой, вели дела матери. Но я сам лучше управлюсь с ними. Лучшую кандидатуру трудно представить. Из года в год я давал разумные советы, и ни разу им не последовали. До свидания. Я с вами, Джеральд. Ну, Джон, посудачь обо мне. Перемойте мне косточки. Теперь не так больно. Робин, как прежде. Наверное, потом совсем не будет больно. Прости меня, Джон. Поцелуй детей.
Скажи им, я вернусь. Скорей. Мы очень бедны. Я пошла, бабушка Конвей. Внукам. Спасибо, мама. Джеральд был неравнодушен к Мэйдж. Мама, если это неправда, то это бессмысленная болтовня. А если это правда, то это бесчеловечно. Это было правдой. Один вечер, и то, что ты сделала в этот вечер, мама, все уничтожило. Кажется, это был вечер в честь твоего дня рождения, Кей. Все мы тогда занимались пустяками. Этот пустяк был сделан тобой вполне сознательно. Во всем виновата мать. Я гордилась вами. Мечтала, что вы вырастете замечательными людьми. Жизнь прошла. Кэрол, самая младшая, умерла. Алан, самый старший. Отец обожал его. Пророчил ему большое будущее. Жалкий служащий, без стремления и честолюбия. Мама, мама, как ты можешь так говорить об Алане? Ничего, ничего, Кей. Это неплохая характеристика. Я не очень хорошо обошлась с тобой, Кей. Прости меня, Кей. Все в порядке, Мэйдж. Желаю тебе написать хорошую книгу. Я надеюсь, что ты получишь место начальницы гимназии. Алан! Эгоисты. Все эгоисты. Мне пора. Я провожу тебя к лондонскому поезду. Что с тобой, Кей? Я думала, что я более закалена. Ах, Алан, для меня сегодняшний вечер – это не только сегодняшний вечер. Я вспомнила другие вечера, когда мы были другими. Я видела вас такими, какими вы были тогда, ну и себя тоже. Да, в жизни царит злой дух. Имя ему – время. Ну, а если жизнь пуста, то зачем жить? Лучше умереть, как Кэрол, прежде чем время вцепится в тебя своими когтями. Нет, Кей. Время – это только призрак. Иначе бы оно все разрушало и создавало заново. Но время ничего не разрушает. Оно движет нас вперед от одного окна к другому. Да, все перемешано, добро и зло.
Сегодня мы видим не тот уголок действительности. Скверный уголок, если хочешь. Но вся панорама, Кей, вся панорама жизни на месте. И можно найти верный путь. Но мы-то не можем стать иными, чем теми, какие мы есть. В эту минуту, да вообще в любую минуту, мы, Кей, лишь частица нашего «я». А что мы такое в действительности, по-моему, это весь наш путь. И когда мы дойдем до конца нашей жизни, все это время покажет нас подлинную тебя, подлинного меня. А я напишу новый роман, так как я это чувствую своей интуицией. Я постараюсь понять, если ты сам веришь в то, что говоришь, сделаешь так, чтобы поверил в это я. Я верю, Кей. Ты здесь? Алан? Да. Нет, ничего. Алан? Что? Мне показалось. На один миг. Я видела всех вас вместе. Во всяком случае, ты был там, Алан. Хэзл, жадина! Я ушла совсем не за тортом. Именно за тортом. Чтобы не прощаться с этим Биверсом. Хэзл. А что, Джон? Она уезжает из Ньюлингхэма? Она едет в гости. Почему у нас не разбросаны по всей Англии тетки? Угодно ли вам еще что-нибудь узнать, мистер Конвей? А мисс Джон Хелфорд? Что, вы уходите? Пора. Всего доброго. Алан, ты куда? Там. Я попрощаться, мисс Конвей. Да. Я в городе новичок. Вступил в долю с хозяином фабрики. Знаете фабрику? Нет. Она одна в городе стоит не первый день. Я приехал в Ньюлингхэм. Увидел вас и старался хоть издали поглядеть. Вы заметили? Нет. Не может быть. Ну, честно. Да. Я знал. Я заметила и считаю, что вы поступали бестактно. Ставить себя в глупое положение – ваше дело. Но вы не имеете права компрометировать меня. Простите, ради бога. Вы самая красивая девушка на свете, мисс Хэзл Конвей. Хорошо это будет, если я загляну к вам вроде как в гости на днях, завтра. О визите вам лучше поговорить с мамой. Спросите маменьку, да? Я хотела сказать, это мамин дом. Вы взрослые, можете иметь своих друзей. Я не слишком легко вступаю в дружбу. А я слыхал, легко. Вы общительные, болтают. Вы говорили обо мне с посторонними? А почему нет?
потеха, все безвоенные формы, вроде бы рабочие. Я за кочегара, здорово! Не здорово и не потеха. Стыдно. Для железнодорожников, для их жен, детей, забастовка – серьезное дело. А люди вроде тебя, Робин, считают забавно выполнить их работу и сорвать забастовку. Позор ополчаться против пролетариата. Но надо же, чтобы поезда ходили. Если была бы возможность отменить поезда, то люди, наверное, бы поняли, что рабочие нуждаются в улучшении положения. Вряд ли. Еще пара забастовок и половина грузов для железной дороги тю-тю перейдет на автотранспорт. Мистер Биверс, Эрнест. И что тогда будет делать ваш пролетариат? Рабочий класс стоит за себя, так почему же и другим? Другие уже постояли за себя, как вы это называете. А вы как называете, как-нибудь по-латыни? Почему надо набрасываться на рабочий класс, который пытается отстоять свои права? Существует какое-то количество земных благ. Если вы возьмете больше, мне достанется меньше, ежу понятно. Это плохая философия. И плохая этика. Но ведь у нас была бы революция, как в России, если бы... Все это глупости. Почему люди не могут договориться? Мистер Биверс. Воевали? В каких частях? В армейском казначействе. Лафа. Потеха. Очень приятно было познакомиться, миссис Конвей. Джеральд, вы идете? Мы должны поговорить о делах несколько минут. Кэрол, будь добра. Окей. Идем. Я провожу тебя с твоим конем до большой дороги, приятель. Вы хорошие. Мы все хорошие. Приходите к нам еще, мистер Биверс. Малышка. Я не малышка. Ваш приятель почувствовал, что его выставили. Но, Джеральд, если бы я предложила ему остаться, дети бы не простили бы мне. Биверс не имел шумного успеха, прямо скажем. Но я вас предупреждал. Он жаждал познакомиться со знаменитым семейством Конвей. С Хэзл. С остальными тоже. Дети очаровательные. Затмеваемые. Джеральд. Их очаровательные мамы. Вы хотели со мной поговорить о делах? Опять? Мне предлагали большие деньги за дом. Да? Нет. О продаже не может быть и речи. Многие хотят приобрести пакет моих акций. Уверен, что сумма будет внушительная. Но нет смысла. Разрядится атмосфера послевоенная, наступит небывалый подъем, и тогда... Играем в прятки по всему дому! Кроме моей комнаты, Робин. Кроме маминой комнаты! А кто будет искать? Я! Джеральд, мама, играем! Да. Знаете, я убеждена, что Робин добьется необычайных успехов. Когда утонул муж, я чуть не покончила с собой, если бы не дети. А теперь, конечно, жизнь никогда не будет. Типа, разве это не чудесно?
Устройтесь в другом месте. Будет гораздо веселее. Вы очаровательны, Джон. Вы все испортите. Ну, пожалуйста, Алан, ну будьте хорошим мальчиком. Что испорчу? Игру, конечно. Любишь меня? Конечно, черт возьми. Давай поженимся. Да, Робин, давай. Только знаешь, это очень серьезно. Ты думаешь, я не понимаю? Наше счастье никогда не кончится. Начнем играть сначала? Мама! Вы, наверное, ни разу и не подумали обо мне. Ты еще раз. Я тоже о вас. О тебе. О тебе. Мы открываем Юлинхэме общество «Социализм и прогресс». Звучит неплохо. Вы могли бы стать ответственным секретарем. Я? Деловой человек, умеете обращаться с людьми. Превосходный оратор. Будет ли от меня польза? Вы рождены для этого. Я могла бы гордиться вами. Не знаю. Война была великим костром, куда мы выбросили мусор старого мира. Люди научились многому. Сомневаюсь. Адвокату приходится видеть кое-что в своей конторе. Вы имеете дело с дрязгами, а народ не будет больше бесконечных вооружений. О, Джеральд, придет время, мы оглянемся назад и будем поражены достигнутым. Вы сегодня такая? Такая, какая есть. Где вы прятались? Джеральд, вы с ума меня сведете. В чем я провинился, Мэтч? Мы друзья с вами, правда? Я считаю вас другом, Мэтч. Но у меня нет возможности доказать вам это. Вы мне всегда очень нравились, Джеральд. Создадим новое содружество наций. Люди будут жить в мире друг с другом. Исчезнет капитализм. Ни ненависти, ни насилия. Власть в руках народа. И станут счастливыми люди. Хэзл! Вот они! Кэрол. Мэтч, дорогая,
Ты произнесла социалистическую речь. Нашему Джералду было скучно. Ты растрёпана. Мама. Что, Хазел? Ничего. Уже поздно. Побудьте с нами, Джерард. Ну. Мне необходимо заглянуть в контору, посмотреть кое-какие бумаги. Так что благодарю вас за приятный вечер. Я провожу вас, Джерард. Я думала, быть женщиной интереснее, чем мужчиной. Иногда кажется, что все мужчины безнадежные чурбаны. Может быть, поэтому им достаются все радости жизни. Сейчас я хотела бы быть мужчиной с грубым голосом и красной физиономией, которому плевать на то, что о нем думают. Которому все равно. А может быть, им не все равно? Я хотела быть тем, кому все равно. Ну, не могу. А он хотел идти спать. Нет, сегодня мой день рождения, и ты никуда не пойдешь, пока я тебя не отпущу. Ну, ладно. Мы тебя очень-очень любим. Ты абсолютно тюфяк. Ты должен закурить трубку. Сразу станет уютней. А если бы вы влюбились, как лучше, чтобы это произошло дома или где-нибудь? Где-нибудь. На террасе в Монте-Карло или на острове в Тихом океане. Жадина. Да, я жадина. Сегодня утром она сидела в ванне, читала книжку и ела шоколад с орехами. Нет, влюбиться лучше дома, а вдруг ты несчастлива? Боже, целую вечность мы ждали этого дня. Первый раз всей семьей мы собрались за 4 года. Чай, чай, чай. И погадаем. Ты слишком возбуждена, Кей. Не надо сегодня возиться с картами. Гадания не сбываются. Я предсказала Мэйдж диплом учительницы. Я сказала, что Робин и Аллан вернуться живыми, это ясно выходило по картам. Кей, почитай нам что-нибудь из своего нового романа. Я не могу, мама. Она напускает столько тумана вокруг своих сочинений. Они еще все глупо. Неправда. Правда. Они не всегда будут такими. Я буду писать. Я буду искренней. Я. Продолжай, Кей. Нет, Алан, все. Я хотела тебе что-то сказать, но забыла что. Я знала, эти прятки затеяны неспроста. Я... Мне... Пора, миссис Конвей. Побудьте с нами. Я. Это самый замечательный день. Спасибо. О, Хэзл. Я выйду замуж за... У него будет страсть к путешествиям. Столько денег, мы объездим весь мир. У нас будет дом в Лондоне. А как же наш бедный Ньюлингхэм? Ни за что не останусь здесь, лучше умереть. Мы будем устраивать вечера в честь моей сестры, знаменитой писательницы Кей Конвей. А как насчет знаменитого брата Робина Конвей? О, Робин, верная, миленькая жена. Я прямо вижу все это. Не удивляйся, Хэзл, если я окажусь в Лондоне раньше, чем ты. И раньше, чем ты, Кей. И буду зашибать деньги. Гораздо больше,
чем твой любитель путешествий. Робин, деньги, очень много денег. Аллен, вот счастливец. Старина Аллен? Ты ошибаешься, Кэрол. Я знаю. Откуда ты знаешь, Кэрол? На меня нашло. В этом доме пророчица я. Может, не очень благородно отправить соперницу спать? Это очень неблагородно. О, Мэйдж! Мэйдж, начальница большой школы. И очень счастлива. Я очень устала, мама. Отдохни, детка. Кэрол, будешь жить со мной. Много-много лет. Я еще не решила. Ты могла бы стать актрисой. Но я не хочу только играть на сцене. Еще и буду рисовать. Изводить много-много разных-разных красок. Готовить буду. Необыкновенные кушанья. Сидеть на горе и спускаться вниз по водопаду. Дружить с разными интересными людьми и... Стоп, стоп, стоп. Хватит. Мне не нужны деньги и высокопоставленный муж. Я буду жить. Хорошо, Кэрол. Это я. Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы будете собираться здесь. Будем вспоминать наши шутки, наивные игры. Большая счастливая семья. Не надо! Кей, миленькая. Кей, я не буду играть на сцене. Я не буду рисовать. Я всегда буду с тобой. Что случилось, Кей? Кей, что с тобой в самом деле, Кей? Прошло? Да, мама. А, где Мэйдж? Вот она. Немного прошло, да, дорогая? Немного прошло, мама. Тебе надо прилечь. Выпьешь теплого молока. Кэрол. Пойдем. Мама. Аллен, скажи мне, пожалуйста. Что? Что-то ты мог бы сказать мне. Во Вселенной существует злой дух, который мы называем время. Можно найти выход. Время – это только призрак. Аллен, ты знаешь что-то, что могло бы изменить все. Или ты не знаешь? Прости. Кей, придет время, я сумею сказать тебе что-то. Я обещаю.